Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним. Упражнение номер 11 на странице 68 рабочей тетради по математике для 4 класса, автор Маром. Художник раскрасил 18 кувшинов. Это в 3 раза больше, чем подносов. Сколько подносов раскрасил художник? Кувшинов художник раскрасил 18. И это в 3 раза больше, чем подносов. Значит, подносов в 3 раза меньше. Чтобы узнать, сколько их, нужно 18 разделить на 3. Получится 6 подносов. Пишем ответ. 6 подносов. Точка. Художник раскрасил 6 подносов, а кувшинов 3 раза больше, чем подносов. Сколько кувшинов раскрасил художник? Подносов 6, а кувшинов 3 раза больше. 6 умножим на 3. Получается 18. Кувшинов. К с точкой записываем в скобках и пишем ответ. 18 кувшинов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.